Чтим снова хайп, с вами, как всегда, я, Дарк. И, наверное, вы спросите, почему я сейчас креветка? И почему я на приватном сервере? Боже, я Шаденти испугалась. Ну, подойду к нему, вот там, посылка, что ли. Короче, сегодня я решила устроить себе супер-хард-мод в мире Дэнди. Я знаю то, что многие уже снимали видео там, где они играют за креветку. Но они набирают обычно команду, а у меня прям супер-хард-мод. Я креветка с кирпичом, так еще и полностью одна. Конечно, я думаю, может потом посмотрю и возьму, к примеру, тринкет на скрытность и скорость или заполнение. Но на скрытность явно надо будет взять и на скорость. Погнали? Вот я совершенно одна креветка. У меня есть такие хорошие персонажи, например, как Глистон, он быстро заполняет. Губ, он очень быстрый. Роджер, у него он хорошо исследует твистов. Пёбл, Спраут. Но нет, я из всех взяла креветку. Фух, это будет трудно. Мне главное не тратить стамину. Я боюсь то, что у меня робокс все это время орал. Хотя я говорю довольно-таки громко. Нет, почему не с самого начала тут уже все ходят? Поппи, кто еще? Кто еще? Мне страшно, люди! У меня же скрытность маленькая. Они меня сразу заметят. Боже, какая медленная, там тише еще. Так, которая около лифта машина, я сделала, наверное, напоследок. Боже. Мне интересно, до какого этажа мы вообще сможем дойти. О, кассеты. Боже, что за... Ужасный скилл-чек! Нет, они сейчас сюда прибегут! Уже бегут, да? Ой, у меня нету! Тише уйди! Так! Я чувствую, мы сегодня пройдем максимально маленькое количество этажей. Если вообще пройдем сколько-то. Я чувствую, я очень долго буду делать целый этаж. Хотя... неплохо. Если бы не моя скорость и скрытность, то... как я вообще попадаю? Ну, хотя неудивительно, я столько времени играла на Космо, когда выполняла задание на мастерство на нём. Блин, накаркал. Сейчас они сюда набегут, да? О, я отключила свет, который над компьютером светил более-менее нормально. А то свет немного мешался. Как он еще попадает? Ладно, каркать не буду. Ой. Я думаю, наверное, в среду, 6 ноября, сделаю свой первый стрим. Почему же я так решила сделать стрим? А все из-за того, что у меня 6 ноября будет день рождения. Мне исполнится целых 13 лет, да. Ой, я сделала машину целую. Из этого я думаю постримить. Про свой день рождения я уже писала свой телеграм-канал. Блин, извините, то, что заорала. Страшно, страшно, грубай. Про свой день рождения... Это издевательство? Нет! Это конец! Люди! Блин, это конец. Не, я рил возьму на скрытность и на...
скорость. Я не смогу с кирпичом играть. Так, короче. Стоп. Меня на общий сервер кинуло? В смысле? Я на своем приватном сервере хотела быть. Почему меня на общий кинуло? Ладно, навряд ли с креветкой кто-то решит. И давайте я вот уберу кирпич, возьму дневник и сова. И пойду одна. Тут еще креветки. Мне лень перезаходить. Вот, спрячусь куда-нибудь, чтобы ко мне не зашли. Хотя нет, с креветкой никто не захочет, из-за этого так стоять буду. Я не договоря. Короче, в своем телеграм-канале я писала про то, что у меня следующий 6 ноября будет день рождения. Так что я в свой телеграм-канал много чего публикую, к примеру, рисунки всякие, новости по миру Дэнди, к примеру. И, в принципе, что-нибудь из своей жизни я бывает публикую. Так что, кому интересно, ссылка в шапке профиля. Также, может быть, вот на ваших экранах появился QR-код, с помощью которого можно перейти в мой телеграм-канал. Попытка супер-хард-мода номер 2. Я взяла дневник и собаку. Хотя, наверное, надо было ботинок брать. Я не уверена, что ваши докуда-то зайдут. Но на прошлом этаже я целую машину сделала, так что это уже... Хорошо. Боже, что я такая медленная! Даже с собакой этот супер хард мод продолжается. Мне кажется, я весь все видео буду на одном этаже. Не могу понять, кто тут еще. Там машина я вижу, ну блин, я не могу понять, кто тут. Мне, наверное, на стамину надо было что-то взять. Тише! Ладно, сюда. Мне стамина так быстро тратится. Мне рил надо было на стамину что-то взять. Опять тише и попи. Да, тише. Мне страшно. Так. Топ-топ-топ. Ой, ё-моё. Ни одной машины не завершено. А как я буду, когда все машины завершу, если... Так, главное не промазать. Так, и главное не накаркать ничего. Нет, нет, нет. Нет, 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 пожалуйста. Креветочка, живи. Пожить, пожить. А чё? Вон тише идет. Мне страшно. Я одна играю, мне... Блин. А чё они не прибегут? Так. Только не сюда. Только не сюда, пожалуйста. Ни попи, ни тише. Не сюда, пожалуйста. О! Кайф. Боже, я испугалась тише, которая за окном там ходила. Остановите извлечение! Быстро прятаться! Тише. Блин.
Извините, то, что я кричу, бывает, просто все равно страшно. Я хочу пройти хотя бы один этаж. Один этаж это уже достижение. Достижение, да? Отстань! Кто там? Тише! Нет! Что? Не, мне сейчас очень страшно. Ой, ё-моё, это невозможно играть на креветке. Я думаю, это видео не буду делать слишком длинным, у меня тем более не очень-то много времени есть на записи видео. Это раз. Во-вторых, все время торчать на первом этаже. Не очень так это. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот тут посижу, пока что, немного. Ладно, нормально все. Горизонт чист, как говорится. И... Да, вот, блин. Пожалуйста, не надо сюда. Ни попи, ни тише, не надо. А там на открытом пространстве, это... Машина, я помню, была. Тише, не надо сюда заворачивать, пожалуйста. И попе не надо сюда идти. А как буду делать машину, которая там на открытом пространстве? Тихо. Тихо. Живем пока что. Ну блин, попе сюда тоже идет. А не, не сюда. Нормально. Да, блин. Шрим по настолько ужасный скилл-чек. Просто не могу. В принципе, Шрим по самый плохой персонаж по характеристикам. Хотя Шрим походит в состав моих любимых персонажей. Ну только как персонаж, но его характеристика мне не нравится. Типа, у него везде одна звезда только. Это как бы очень сильно ужасно. А помню, когда в день обновления, когда у Джиджи нечаянно сделали там, не помню, что-то одну звезду. И тогда все в шоке были, а потом разрабы изменили. На три звезды, то что и сказать, что это ошибка была. Нет, тут нету никого. Мы целых две машины сделали, это уже какой-то рекорд. А ну сколько времени? О, 52. Ладно, так. Была, не была, потом пойду. Мне страшно очень сильно. Я еще не знаю, где эти двое. Там же никого нету, да? Тихо! Тише! Иди по своим делам, иди по своим делам. Не туда, мне туда надо. О! Был бы тут кто-то, уже давно бы ушел. И машинка тут. Хорошо. Ну вот. Ай-я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 й. Меня нету. Мне страшно. А где они? Они до сих пор тут где-то? Мне страшно, как выйти отсюда. Да. Блин, я обычно играю в мир Дэнди, я не боюсь так. Я только боялась, когда я побила свой рекорд, и прошла 24 этажа.
Я тогда боялась, тем более, когда за мной бегала целая орава, в которой было несколько мейн-персонажей. А тут, это только первый этаж, а мне уже так страшно, потому что за креветку играю. Я просто не знаю, что буду делать, если меня все это время не слышно было. Спасибо. Они набегут сейчас сюда? Блин, никого нету. Никого вроде как нету. Я буду очень рада, если я пройду этот этаж. Угу. Пойду. Конечно, размечталась. Блин, шат, постою, подожду, пока стамина восстановится. Надеюсь, они сюда не добегут. Если я завершу хотя бы первый этаж, то это уже какое-то достижение будет. Ну, короче, да, для игры за креветку лучше набирать команду, которая прям согласится с креветкой играть, если охота на креветке прям большое количество этажей пройти. А так... А одному за креветку играть это полный ужас просто. Невыносимо просто. Вон там машинка. Мне страшно. Я не знаю, где эти двое. Что, как пойду туда, они выскочат? Да? Они выскочат, что? А нету никого. Пока их нету, могу поделать. Хотя я не знаю, а куда я бежать-то буду. Если они будут тут, куда я убегу тут? Ага. Спасибо. Благодарю. Просто обожаю. Нет, 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 нет. Нет! Нет, стамина! Нет! Спасите! Моя стамина сказала прощай. Тихо, 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 тихо. Всё? Я пойду туда. Я тут постою. Пусть у меня стамина восстановится. Блин, может уже заканчивать это видео? Мне страшно продолжать. Я очень сильно боюсь. Блин, такими темпами я пока дойду до машины, меня успеют тут миллион раз убить. Нет! Попи, будто ей специально надо было туда идти. Мне страшно, я же очень рискую, я очень боюсь. Спасибо. Благодарю. Обожаю. Спасибо, Тиша. Обожаю тебя. Спасибо, Поппи. Обожаю тебя. Спасите. Не, это конец. Видео получается уже 20 минут, грубо говоря. Из-за этого навряд ли я буду сейчас продолжать записывать, потому что я не буду продолжать записывать только из-за того, что... Как это называется? А, блин. Я сейчас вспомнил то, что мне надо подготовиться к проверочной работе по географии. Ну, короче, это одна из причин, почему я не буду продолжать записывать. Это одна из причин.
Вторая причина. Я не могу пройти даже одного этажа. Я почти прошла первый этаж, но меня, как видите, съели. Я думала, получилось как такое тестовое видео. Я могу, к примеру, в пятницу заснять похожее видео, повторить его. Может, даже кого-нибудь из друзей уговорю пойти со мной, чтобы мне было легче. Но тогда это уже получится какой-то президент-креветка. Да, я знаю такую тематику видео. Я узнаю ее благодаря блогерам, таким как Йоши, а именно блогерам Йоши, Кошка Лана, Ульяна. Это мои любимые блогеры, кстати. И благодаря ним я узнала про такой вид видео, как президент-креветка. Так что можно будет это повторить, типа. Ну а так, думаю, можем заканчивать. На этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами была, как всегда, я, Дарт. Всем удачи и всем пока-пока. А еще не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в шапке профиля.